Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. С 6 февраля на канале СТС стартует показ 6 сезона сериала «Ивановы Ивановы». В новом сезоне многочисленным Ивановым вновь попадут в уйму уморительных ситуаций. В 6 сезоне к своим ролям вернулись актеры Сергей Бурунов, Александра Флоринская, Михаил Трухин, Анна Уколова, Семен Дрескунов, Алексей Лукин, Юрий Ицков и другие. В сериале «Ивановы Ивановы» 6 сезон Боря Иванов, став владельцем фермы, нанимает помощницу Анну, которая поначалу кажется добродушной. Но интриг в большой семье и без того хватает. Пока одни Ивановы начинают новую жизнь в Италии, другие разбираются с личными проблемами. Леха и Лида ждут ребенка, а Нина с Борей только работают над этим. Ваня прячется от бандитов и решает любовные дилеммы. И только дед с ветеринаром Степаном готовы заботиться о кормильцах семейства, питомцах фермы. Премьера нового сериала стартует 6 февраля на СТС. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!